цитадели находится зал извлечения душ. Мы должны пройти его и попасть наверх, где чистая аргент-энергия течет напрямую на Урда. Созданы для страдания. Они предназначены, чтобы снабжать творцов душами. Уверяю тебя, этого можно избежать, когда есть талантливый лидер. Thank you.
это чистая аргент-энергия. Страдания землян, кровопролитие, все происходит ради этого. Когда человек теряет душу, его оболочка со временем превращается в демона. Именно с такими вы сейчас и сражаетесь. А души, что были извлечены, питают их мир силой преисподней.
Демоны используют всего лишь часть того, что получают от людских душ. Именно творцы и жрецы страха открыли и обуздали истинную силу этого ресурса. Они объединили энергии стражи и ада, очистили полученное и создали Аргент. С его помощью они творили чудеса, спасали миры от гибели, лечили больных и давали бесконечную силу тем, кто был ее достоин. Этот комплекс построен в тайне. Ночные стражи не знали о его существовании. Его возвели стражи-рабы, ведь путь в ад закрыт для Созидателей, а демонам не попасть на Урдак. Аргент Нур был необыкновенно важен творцам. Этот механизм был создан светом ада. С темным владыкой заключили сделку в обмен на новые миры, которые может пожрать ад. Творцы получали энергию из обреченных. С этим нечестивым союзом давно пора покончить. Yeah.
Подойдите к башне-передатчику. Если уничтожите ее, выброс неочищенной энергии закинет вас в их мир. Башню удерживают два порабощенных титана. Разбейте цепи, пусть башня упадет в колодец. Созидательница пробуждает икону Трита. Надо торопиться.